сейчас активно будем реализовывать те проекты, которые мы предлагали на протяжении нескольких лет, связанные с оптимизацией тепловых нагрузок в Москве. Соответственно, это приведет к оптимизации потребления топливно-энергетических. Оптимизация такая общая вещь. Насколько вы, надеюсь, оптимизируете? Ну, мы считаем, что только первоначально, в течение одного года, перенесение тепловых нагрузок с котельных на ТЭЦ сэкономит примерно 1 миллиард кубических метров газа для Москвы. Серьезно. Мы применили инновационную технологию. Что мы сделали? Мы убрали металл из этой системы. И самое главное, несущая способность определена вклейкой. Мы вклеиваем стеклопакет. Что лучше как для потребителя? Во-первых, мы получаем больше тепла, так как нет металла. Мы получаем дополнительную жесткость, окна не провисают и не проседают. 62% экономии. Против чего? От стандарта? От стандартной системы. Ладно, ребята. Приезжайте к нам в гости. Будем рады показать. Вот это первая разработка, которую мы сегодня демонстрируем. Разработка позволяет существенно повысить КПД энергоустановок до 1.5%. Это уникально. Тогда не мешкайте, получайте. Разработана модель по управлению квартирой. Модель участка сети МРСК-центра. И на этом макете наглядно можно увидеть, каким образом можно при минимальных затратах присоединить дополнительно потребителя. Мы видим здесь, есть два потребителя и питающий центр, который уже фактически перегружен. Установка батареи статических компенсаторов реактивной мощности – это совершенно минимальный затрат. Вот Ярославский завод, 86 они где ставятся? На питающем центре ставится. Который перегружен? Который перегружен. Да. И вот включив его, позволяет нам, во-первых, первое, сокращаются потери реактивной, активной мощности, и в целом увеличивается пропускная способность сети. Ну что, хорошая идея, на самом деле. Внедрите. Спасибо. Счастливо. Пойдем.